Всем привет! А вот еще одно замечательное видео, которое сейчас гуляет по сети. Пока никто не видит, ну или как они думают, пока их никто не видит, они шарятся у человека по карманам. Видно, как они достают там его вещи и в них упорно шарятся. Вот давайте даже поближе посмотрим. Люди в комментариях очень часто со мной спорят, когда я говорю, что полицейская мера в виде поверхностной проверки не может быть обязательной, что это добровольно, что для этого необходимо согласие лица. И вот люди спорят. И вот вам наглядный пример, который показывает, почему я так считаю. Потому что нет понятых, и полицейский, получается, может все что угодно сделать, все что угодно достать у человека, забрать там деньги, ценные вещи. Но это не самое страшное. Он ведь может потом еще что-то положить в карманы, да, и потом обнаружить внезапно у него там оружие, боеприпасы, наркотики, все что угодно. Поэтому я еще раз подчеркну вот свое мнение о том, что поверхностная проверка исключительно является добровольным действием. Если вы не согласны, то так и заявляйте, что вы не согласны с тем, что, чтобы у вас шарились там по карманам и проверяли, что у вас есть. Если они считают, что есть какие-то там признаки уголовных правонарушений, у них есть какие-то подозрения, пусть вызывают следователя, следственно-оперативную группу, два понятых, под протокол производят это действие. А добровольно не показывайте никогда им, ну не давайте возможность себя там щупать и лазить по карманам, потому что потом может быть беда. Скажіть, будь ласка, а що тут відбувається? А будь ласка, допоможіть мені, блядь, без понятих мене просто взяли. Я бачу, я це все засняла. Добре. Представтесь, пожалуйста. Представтесь, пожалуйста, я до вас звертаюся. Почекайте. Я поставлюсь зараз, це лейтенант Дмитрий, йому прийде вам розповісти. І що сталося? Бо я бачила, що ви без свідків йому доглядали його особисті речі. Ми не доглядали, йому здійснили поверхневу перевірку. Це не поверхнева поверхівка. Без свідків. Без свідків? Так, поверхнева перевірка згідно статті 34 закону України про національну поліцію. А на підставі чого ви його затримали? У поліцейських, я його не затримав, у поліцейських виникли певні підстави вважати, що громадянин причетний до правопорушення. До якого? Ну, буду зараз встановлювати. Ну, до якого? А от це от чучело просто в формі. Говорить, що у поліцейських виникли якісь підозрення, що от цей чоловік завершив якесь правонарушення. А на питання, яке, він говорить, ну, зараз будемо встановлювати. Так его уже задержали, что там устанавливать? Уже должно быть понятно, за что его задерживают. Вот интересно, если вот этого вот конкретного полицейского я назову конченым, это будет считаться оскорблением или нет? Или это просто будет констатацией факта? Я ж не знаю, я підійшов, поки вони були зайняті. Представтесь, пожалуйста. Одна поліція Ксенюк, доброго дня. Да, на які підстави зупинили? Особа затримана в зв'язку з тим, що здійснила дрібне хуліганство. Які? По якій суті? Громадському місці. Так. Оказывается, со слов еще одного чуда полицейского, вот этот вот задержанный совершил мелкое хулиганство, а именно нецензурно выражался в общественном месте. Ну окей, а что ты у него искал там в карманах со своим подельником? Нецензурные слова и выражения, да? В кошельке у него там запрятаны, да? Стопками лежат там нецензурные выражения. Что ты несешь, полицейский? И поэтому до представителей полиции, а кто выкликал полицию? До представителей полиции. Ну, кто выкликал полицию? Ні, ви не їдете, почекайте. Скажіть, будь ласка, от я юрист, я зараз дзвоню адвокату. Ви в який рай відділ його? На вулиці Миколаївській. Хорошо, зайдіть, будь ласка. На вулиці Миколаївській. Я вас прошу зайти з дороги, дякую. Добре.
И на этом видео заканчивается. Там еще фраза звучит о том, что его якобы везут на улицу Николаевскую. Это в Черновцах. На улице Николаевской, как я узнал, находится наркодиспансер. Там нет райотдела. Ну или может я ошибаюсь. Зачем его везти в наркодиспансер, если его задержали по 173-й, он как бы не водитель. Ну, какой-то такой бред вообще. Каждый день вот этот бред происходит, понимаете? Я связался с автором видео, к сожалению, другой информации никакой по этому случаю нет. Не знаю, что там было дальше, вызвали ему туда адвоката, не вызвали, чем это все закончилось, что на него реально составили, я не знаю. Поэтому если вдруг вы стали очевидцем начала этих событий, там, окончания этих событий, или, возможно, сам этот парень, которого задерживали, увидит это видео, то, пожалуйста, сообщите. Хочется понять и разобраться. Я в патрульную полицию Черновицкой области уже написал, но ответа от них до сих пор нет. Так что не знаю. Но вот такие вот чудеса происходят, понимаете. Придумывают мелкое хулиганство, потом шарятся по карманам без понятых, достают вещи личные, шарятся там, в кошельке, а потом могут все что угодно вам подкинуть. Поэтому будьте бдительны.